нечем дышать. Многие из нас сталкивались с подобным состоянием во время простуд. Как правило, к заложенности носа потом присоединяется насморк. Но если заложенность есть, а насморка нет, можно ли говорить об обычной простуде? Что это такое и насколько опасно такое состояние, сегодня мы и будем выяснять. Это программа «На здоровье». С вами я, Инга Гудель, и наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Это что, какой-то неправильный ринит? Если нос заложен, нужно понимать, что что-то не так. Это привыкание или что? Не всегда оно связано с отеком слизистой, да? Побрызгал каким-то спрейчиком, вроде все прошло. Могут произойти необратимые изменения со слизистой. Это состояние вообще опасно? Взаимосвязь очевидна. Резать, не дожидаясь перитонита. В студии сегодня у нас врач-отоларинголог Медина Елена Миронова. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаем, что бывает заложенный нос, насморк во время простуды. А бывает такое, что заложенный нос есть, насморка нет. Это что, какой-то неправильный ринит? И ринит ли это вообще? Вы знаете, да, действительно, есть такие ситуации, когда мы заболеваем, и у нас насморк, это простуда, переохлаждение, и, соответственно, заложен нос, потом появляются выделения, простонародье сопли, да, разных цветов, и мы пролечились и забыли об этом. Но бывает еще заложенность носа, которая протекает совершенно по-другому и связана с другими причинами. То есть не всегда она связана с отеком слизистой, да? Да, не всегда. Бывают еще риниты, так называемые, аллергические, которые связаны именно с каким-то конкретным аллергеном, геном, который вызывает аллергическую реакцию, и там совершенно иные проявления. В основном это зуд, чихание, тоже же есть выделение из носа и сильная заложенность носа. И так называемые неаллергические риниты – это очень большая группа ринитов, которые подразделяются на много подгрупп, грубо ну говоря. Ну вот давайте перечислим их. Ну все, наверное, хотя не стоят. Да, основные. Да. Основные. Ну, основные это какие? Это есть анатомические причины внутренние, которые мешают нарушению носового дыхания и вызывают заложенность носа. Их очень много. Искривление перегородки носа, полипы полости носа, аденоиды у детей, то есть какие-то инородные тела, увеличение небных миндалин, гипертрофические риниты, когда идет увеличение нижних носовых раковин, так называемый вазомоторный ринит. Дальше есть риниты, связанные с холодовой реакцией. Это нейрорефлекторные риниты, так называемые, которые могут возникать на прием горячей пищи или острой пищи. На солнце многие чихают, на солнце, когда выходят. Но тут как раз отекает все-таки слизистая, да? Отека может не быть, просто идет зуд и чихание и заложенность носа. Холодовая аллергия. А еще может быть гормональные изменения. Да, как же гормоны могут влиять на слизистую? То есть дисбаланс гормонов, который возникает в организме у женщин во время беременности, во время менопаузы, во время приема каких-то гормональных препаратов. У детей, когда идет изменение гормональное, они взрослеют, тоже может быть заложенность носа. А вот такая часто встречаемая ситуация, что капли для носа могут привести к заложенности. Как это еще одна группа ринитов, так называемый медикаментозный ринит. Сосудосуживающие препараты, которые дают нам быструю иногда возможность раздышаться, вдохнуть полным носом, но они идут к обратной реакции в дальнейшем, то есть уменьшается тот период, когда мы дышим нормально, и затем парадоксально, рефлекторно возникает новый отек слизистой, который приходит еще к более худшему носовому дыханию. Это привыкание или что? Это синдром привыкания, синдром рикошета, синдром вот именно медикаментозных таких капель. Все то непросто. Есть эти курсы сосудосуживающих препаратов могут использоваться только коротким курсом. 4-5 дней? 4-5 дней, не более. Вот. И опять же нужно обязательно соблюдать дозировку. Для детей это определенный процент, с 2 до 6 определенный процент тоже этого препарата. И у взрослых уже можно использовать спрей более концентрации. Елена Александровна, ну а вот само состояние по времени, насколько может быть длительным? Вот когда заложен нос и все. Это все будет зависеть от разных факторов, от внешних факторов, от температуры окружающей среды, от температуры и влажности воздуха в помещении, что сейчас очень важно в период отопления. Нужно помогать слизистой носа. Увлажнять воздух, да? Увлажнять воздух обязательно. Нужно соблюдать параметры влажности в помещении. Это 40-60%, либо даже до 70%, когда в комнате, в помещении есть маленькие дети. И температурный режим – это 18-22 градуса по Цельсию. А мы любим, чтобы под
30 почти. А мы любим, да, но вот нашей слизистой, которая выполняет все функции по очищению, увлажнению воздуха, защите от разных микробов, необходим именно такой режим. И тогда она будет работать полноценно, и тогда наш организм вполне будет справляться со всеми инфекциями, которые вокруг могут быть. Елена Александровна, бывает заложенность постоянная, вот утром, вечером, ночью, а бывает только по утрам или наоборот, только перед сном. Это тоже вот в эту группу относится? С чем связано? Да, это тоже вообще относится в эту группу. То есть бывает так называемая ночная заложенность носа, когда мы ложимся, и уже пациент знает, что у него заложен нос, начинает брызгать сосудосуживающие. В горизонтальном положении, когда мы ложимся, у нас отекает больше, естественно, слизистой, потому что приток крови в горизонтальном положении будет крови к носу, к слизистой. Еще здесь влияет гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь. ГЭРБ. Это когда не работает сфинктер, один из сфинктеров, и идет заброс кислого содержимого. И даже минимальное его содержимое попадает в носоглотку, раздражает слизистую, вызывает отек и заложенность носа. Сфинктер желудка, да, имеется в виду? Да, пищевод здесь в данном случае. Вот. И поэтому это тоже важно. Важно очень не переедать на ночь, чтобы не провоцировать, как не поднимать диафрагму. Как сложно, столько причин. Нос, да, наш нос – это такой орган, который и связан со всем, и который связан с внешней средой, и который, естественно, дает нам все, что изнутри тоже может здесь проявляться. Только факты. В разном возрасте мы дышим по-разному. Чем старше становимся, тем реже дышим. Выделяю три типа дыхания – грудное, диафрагмальное или брюшное и смешанное. Объем легких в среднем до 5 литров. В процессе дыхания за один вдох человек потребляет пол-литра воздуха. Объем правого легкого больше, чем левого. Правое легкое имеет 3 доли, левое – 2. Нос человека – это своеобразный фильтр. Пока воздух попадает в легкие, он проходит 4 степени фильтрации. Человек, который храпит во сне, испытывает до 500 остановок дыхания за ночь и не подозревает об этом. Какие симптомы помимо заложенности могут еще быть? Или все ограничивается только заложенным носом? Когда нос не дышит, все, у нас начинается головная боль, у нас начинаются какие-то панические, могут быть даже атаки, а начинается депрессия, мы не высыпаемся, что очень важно, что влияет, естественно, на весь организм в целом и дальнейшую его работоспособность. Память, восприимчивость тоже снижается? Однозначно. У детей, детям важно дышать ночью, спокойно, полноценно спать, чтобы в дальнейшем тоже полноценно учиться. Ну, казалось бы, заложенность, допустим, если это уже не длится все годами, побрызгал каким-то спрейчиком, вроде все прошло. Это состояние вообще опасно? У нас может меняться давление, потому что мы, помимо того, что капаем сосудосуживающие капли, которые повышают являются давление, повышают могут, давление, да, они могут влиять на окружающие ткани, могут приводить к различным гнойным воспалительным процессам. Ну, если это синуситы, да, какие-то? И синуситы, отиты, опять же, влияние на горло, да, потому что на связке, потому что если мы не дышим носом, мы начинаем дышать ртом, у нас пересыхает вся слизистая в горле, чего быть не должно, потому что в норме дышать у нас должен исключительно нос и выполнять все свои функции. А мозг может страдать? Конечно, может страдать, гипоксия, потому что да? У нас идет гипоксия однозначно из-за того, что мы не дышим полноценно носом. А через какое время нужно бить тревогу? Вот, допустим, заложила нос, насморк не пришел, мы понимаем, что-то не так. Через неделю, через месяц, через полгода, через сколько бежать к врачу? Здесь, наверное, больше зависит от того, насколько сам пациент любит ходить к врачу или что-то. Ну, если честно, не любим. Да, не любим. Но скажем так, что если нос заложен, нужно понимать, что что-то не так. Значит, что-то внутри носа не дает проходить нормально воздуху. И, конечно же, лучше обратиться к врачу. Но, опять же, это больше зависит от того, как страдает качество жизни пациента. Есть пациенты, у которых в каждом кармане, в каждой сумке сосудосуживающие, вот они бегают, прыгают. Это очень опасно. Это очень опасно. Очень, да, тяжело происходит. Очень тяжело, и иногда это можно справиться консервативным путем, а иногда только перейти к хирургическому лечению. Даже так. Ну вот прибегает к вам человек, который, не знаю, спохватился, понял, что ситуация, видимо, зашла слишком далеко, жалуется, описывает симптомы. Что дальше? Что вы ему назначаете? То есть какой-то список анализов, исследований? Обязательно осмотр носа. Осмотр носа мы проводим в кабинете. У нас есть специальные инструменты, есть комбайн, лор, есть осветители. Это все необходимо для полноценного осмотра. Есть эндоскопическое исследование, у нас есть гибкие, жесткие эндоскопы, то есть практически во все уголки нашего носа мы можем и носа, залезть, да, глотки, и посмотреть. Да? Нос, глотка, уши, гортань, все мы смотрим, естественно, потому что в
организме человека лор-органы, они все взаимосвязаны и все влияют на весь организм в целом. А какие-то более серьезные обследования? Естественно, после осмотра, в зависимости от того, что мы выявили, нам требуются какие-то дополнительные исследования. Иногда нам нужно исключить аллергические процессы, мы назначаем эти исследования у аллерголога. Иногда просто нужно обязательно клинический анализ крови посмотреть, да, понять, воспалительный процесс, невоспалительный. Нам нужны дополнительные исследования в виде компьютерной томографии, рентгенографии околоносовых пазух. Выяснили причину, поставили диагноз. В каких случаях лечение может быть консервативным, а в каких случаях без хирургического вмешательства, ну, не обойтись? Хирургические методы лечения – это когда уже по-другому нельзя. Резать, не дожидаясь перитонита. Да? То есть это опухоли однозначно, это полипы полости носа, это искривление перегородки носа с сильным нарушением носового дыхания, это гипертрофические риниты, когда нижние носовые раковины, ну, совсем уже перестали работать, нормально отекать, уменьшаться, тоже делают, выполняют оперативное лечение. Так. Обязательно, естественно, аденоиды в третьей степени у детей, когда они уже не поддаются консервативному лечению, чтобы ребенок мог полноценно дышать. Ну вот со случаями, когда нужна помощь хирургов, все понятно. А вот когда достаточно только консервативного лечения, какие-то еще дополнительные способы есть? Я не знаю, физиотерапия вот как раз в Медине есть. Промывание носа. Что-то что-нибудь такое. Что вы любите? Да, практикуйте больше. Лечение вазомоторных таких длительных ринитов, которые сопровождаются длительной заложенностью носа, конечно же, нужно начинать проводить консервативно. Во-первых, это изменение образа жизни в каких-то конкретных случаях, это изменение параметров окружающей среды в обязательном порядке, это какие-то короткие курсы, может быть, сосудосуживающих препаратов, когда это очень необходимо, это обязательно интраназальные кортикостероиды, препараты, которые лечат слизистую и не дают ей отекать. То есть гормональные капли, иначе в народе. Спрей в нос, да. Угу. Местного действия. Это обязательно ирригационная терапия. Это промывание полости носа солевыми растворами. Это дома или все-таки у врача? Это можно дома делать. Это нужно даже дома делать практически постоянно, чтобы убирать заложенность, чтобы убирать выделение, чтобы постоянно увлажнять слизистую оболочку, потому что только в таком состоянии она работает полноценно и выполняет свои функции. А также какие определенные промывания можно делать в клинике. Ну, а в домашних условиях? Вот некоторые говорят, я с ладошки промываю. Или обязательно долфин, там другие устройства? Больше, лучше, конечно, использовать специальные устройства. Есть, продаются спреи различные в готовом виде. Они могут быть в виде душа, в виде спрея. Солевой раствор можно готовить дома самостоятельно. Подскажите. На литр кипяченой воды, обязательно кипяченой, ложку соли мы растворяем. Без горки? Без горки. Какой? Чайная ложка чайная соли. Без горки. Да. И растворяем, и таким солевым раствором с помощью одноразового шприца. Без иголки. Без иголки, естественно. Мы промываем нос, то есть нужно наклониться над раковиной. Этому необходимо учить детей. Самому научиться, да, и это выполнять. Шприцем мы вливаем в одну полость носа, обязательно с открытым ртом, и с другой она спокойно выливается без напряжения. А что скажете насчет дыхательной гимнастики? Вот сейчас такая очень популярная вещь. Помогает она? Она показана, потому что нос у нас вообще сам выполняет носовой цикл. У нас попеременно дышит то одна половина носа, то другая. И этот цикл иногда меняется. И с помощью дыхательной гимнастики мы можем помочь восстановить ему этот ритм. То есть одна из методик такая, это когда мы вдыхаем медленно через одну половину носа и еще более медленно выдыхаем через вторую половину носа. Такие циклы нужно повторять до 10 раз в день в течение дня, но не менее месяца. Опять же, параллельно со всеми остальными рекомендациями, которые дает врач. Елена Александровна, сейчас слово нашим зрителям, вопросы будут задавать они. Как вылечить гайморит в домашних условиях без медикаментов? Вообще такое возможно? Нет, это точно невозможно. Гайморит, что такое гайморит? Это гнойный воспалительный процесс носа и околоносовых пазух. Как же его можно вылечить без медикаментов? Ну а вот промывание, которое вы сказали, оно это поможет? Это составляющая. Одна из составляющих частей, естественно, потому что нам нужно удалять то, что выходит из носа, чтобы это не скапливалось, не высыхало и давало слизистой хорошо работать. Но если это гнойный воспалительный процесс,
процесс нужна обязательно антибактериальная терапия, которую врач может подобрать во время приема индивидуально, учитывая все особенности. Но без проколов же можно обойтись? Прокол – это тоже такая одна из составляющих частей, которая сейчас в данное время уже намного менее выполняется, чем раньше, скажем так, но имеет место быть. Прокол, в крайних случаях. Как это, да, в определенных случаях. Постоянно заложен нос, на снимке все хорошо, периодически гайморит. Ну, по нашей сегодняшней теме, что делать? Нужно обязательно прийти к врачу, провести полноценный осмотр, может быть, с помощью обязательно эндоскопической техники, и тогда уже врач точно определится, почему возникают такие ситуации, и даст вам рекомендации. Следующий вопрос. Перед сном закладывает нос, поэтому сильно храплю. Что можно с этим сделать? Начинаем с параметров окружающей среды. Воздух, влажность воздуха и температура. Соблюдаем диету, соблюдаем все рекомендации гастроэнтеролога, потому что очень часто мы сейчас направляем пациентов к гастроэнтерологу. Я уже говорила, что диета, нарушение диеты, это прием алкоголя, вечерний прием пищи очень обильный, какая-то нагрузка, стресс может все влиять и проявляться именно в ночное время. Мы также рекомендуем пациентам использовать подушку высокую, чтобы ему было удобнее спать, комфортнее. Чтобы голова была приподнята. Да. Большое выделение ушной серы. Как от этого избавиться? Скажем так, сера – это норма в нашей жизни. Ее не нужно пытаться удалить или что-то с этим сделать. Мы вычищаем только то, что видим снаружи. То, что внутри слухового прохода, не трогаем. Иначе мы удалим, а это защита слухового прохода, и будем добиваться того, что у пациента будут постоянно наружные отиты. Ну, либо удалим, либо запихнем поглубже, и придется идти к лору, да? Придется идти к лору врачу и удалять ту самую серную пробку, которая, естественно, уже не должна быть. Это уже не норма, это патология. И удалять ее нужно только на приеме у лор-врача, потому что наружный слуховой проход – это очень узкая структура. Под контролем зрения обязательно врач все это удаляет. Либо путем промывания, либо путем удаления сухим, либо путем аспирации, то есть отсасывания. Следующий вопрос. В год ребенку нужно проходить лора? Если нет, то когда? По рекомендациям осмотр ребенка в год обязательно проводится. Если вы не успеваете в это время, через месяц, через два покажитесь врачу. Зависимость от капель уже 13 лет, день в день. Как можно избавиться от зависимости? Нужно прийти к врачу, нужно выяснить все жалобы и нужно обязательно соблюдать все рекомендации, которые даст врач. Ну а вот такой длительный период, все-таки 13 лет – это очень много. Возможно человеку вернуться к нормальной жизни? Вполне возможно, даже спустя 13 лет. Конечно, за это время могут произойти необратимые изменения со слизистой, и тогда потребуется хирургическое вмешательство, но нужно понимать, что к этому хирургическому вмешательству тоже нужно подойти с умом и понимать, что уж если вы идете на это вмешательство, в дальнейшем не нужно пользоваться сосудосушивающими каплями и привыканием. Образуются гнойные пробки на миндалинах. Что делать? Есть острый тонзиллит, который сопровождается, я имею в виду бактериальный, который сопровождается гнойным воспалительным процессом, и действительно есть гной, налеты гнойные, да. Вот здесь лечение только антибактериальной терапии, серьезные курсы, все это после осмотра врача. Есть так называемый симптом хронического тонзиллита, это вот козиозные пробки, скопления. Это не гной, это продукт жизнедеятельности миндалин. Это скопившиеся лейкоциты, которые выделяют миндально, разные иммуноглобулины, это эпителий, слущенный, это продукт. То есть оно не болит? Оно может не болеть. Оно может болеть, если оно забилось в миндаль, и вызывать ощущение от першения или чего-то. Ощущение запаха, люди говорят. Запах часто. Тоже может быть, да. Ага. И как бы вот но это же некомфортно. Это очень некомфортно, это ухудшает качество жизни пациента. Неприятно. И с этим нужно справляться. А здесь методики лечения определенные. То есть это удаление этих козиозных пробок, промывание миндалин, которые проводятся в нашей клинике. Танзилор, да, у вас можно есть делать это аппаратом танзилор, да, это очень эффективная процедура. Курсами мы делаем и избавляем пациента от этих козиозных пробок. Это вы не пробок. Только промываете, но делаете еще ультразвуковое. Да, здесь комплексное лечение. Здесь сначала мы механически удаляем с физраствором, с антисептиками, и в дальнейшем проводится ультразвуковая обработка. Но очень эффективно. Люди очень хвалят пациента после этих процедур, реально избавляясь от пробок. Хронический тонзиллит – болезнь не только опасная, но и очень упрямая. Бактерии, из-за которых воспаляются миндалины, нередко привыкают к антибиотикам и не реагируют на них. Тогда на помощь приходит тяжелая артиллерия – аппарат «Танзилор», с помощью которого миндалины можно не только промывать, но и лечить ультразвуком.
Вакуум позволяет глубоко очищать лакуны миндалин и удалять из них гнойные пробки. Параллельно миндалины промывают лекарственными препаратами. Раньше эта процедура проводилась вручную с помощью шприца и специальной насадки. Танзилор позволяет сделать все и быстрее, и эффективнее. Плюс ко всему, под воздействием ультразвука происходит микромассаж тканей, улучшается кровоснабжение. Также ультразвук обладает противовоспалительным действием. 10 сеансов по 10 минут, и очаги инфекции ликвидированы, а значит, о тонзиллите можно будет забыть надолго. При хроническом тонзиллите обязательно вырезать миндалины? Для каждой операции существуют свои определенные показания. Есть абсолютные, есть относительные. Абсолютные, когда уже по-другому нельзя. Относительные, когда мы еще можем попробовать полечить пациента консервативно. Так же, как и противопоказания. Вот. Есть определенные показания, когда нужно удалять. Это, например, абсцесс в анамнезе, когда было уже гнойное осложнение. И в дальнейшем дожидаться этого не нужно, потому что он в любом случае повторится. Это прямое показание к удалению миндалин. Есть так называемая токсикоаллергическая форма 2, которая тоже, если врач ставит этот диагноз, то единственное решение – это удаление миндалин. Это когда есть местные проявления, есть частые ангины в анамнезе, есть постоянный болевой синдром и есть стрептококковое осложнение. Это проблемы с сердцем, проблемы с суставами, проблемы с почками, когда нам нужно удалить очаг хронической инфекции. Думаю, вас услышала зрительница или зритель. После ковида заложило ухо. Из-за этого сильно болит голова к вечеру. Что делать? Интересная ситуация. Возможно, что это связано как-то с ковидом, потому что вирус COVID-19 может также влиять на слух. Он приводит к снижению слуха, но обычно все-таки это двустороннее поражение. Вот. А здесь еще и заложило одно ухо, и болит голова. Возможно, что это просто серная пробка и дает такие ощущения. Осмотр. Прийти на осмотр и решить этот вопрос в кабинете врача. 2 месяца после удаления аденоидов, а насморк так же часто, как и до. Это нормально? Скорее всего, что, может быть, у пациента наложилось какое-то еще состояние, да, вдруг присоединилась какая-то аллергическая реакция или что-то. Потому что удаление аденоидов – это однозначно решение вопроса с заложенностью. 2 месяца – это показатель или нет? А в принципе, в течение 2 месяцев как раз идет восстановление, и, может быть, еще как раз самый-самый не дошло, период. Да. Угу. То есть нужно еще подождать? Нужно подождать, но я бы уже не затягивала. В любом случае, показалось к врачу, к оперирующему врачу, чтобы на месте посоветоваться. Да. Ощущение кома в горле. Причина? Ой, ком в горле – это такая же ситуация, как заложенность носа. Да, которая в горле – это у нас такое место, которое объединяет все в себе. И ком в горле может быть от разных причин. Одна из причин, которая связано с лороорганами, это хронический фарингит. Это именно как раз проявление этого заболевания. Но как раз же причин для хронического фарингита очень и очень много. В любом случае, мы обязательно должны исключить проблемы со щитовидной железой, мы должны исключить проблемы желудочно-кишечного тракта, проконсультироваться у гастроэнтеролога. Мы должны первым делом восстановить носовое дыхание. Если мы не дышим носом, дышим ртом, у нас будет постоянно першить и болеть, и все остальное. Взаимосвязь все? Очевидна. Очевидно. Следующий вопрос. Чем лечить гайморит, если кормишь грудью? Кормление грудью, здесь, видимо, идет речь о гнойном воспалительном характере, который требует определенной антибактериальной терапии. В наше время есть несколько групп антибиотиков, которые, в принципе, разрешены при лактации, при кормлении. То есть не вредят ребенку? Не вредят ребенку, да. И еще один вопрос. У дочки часто образуется пробка в ухе. Что делать? Вот вы говорили, да, что это норма. Да, в принципе, это норма. Нужно вычищать то, что скапливается, и не проталкивать серу, и не давать ей скапливаться в слуховом проходе. Приходить к врачу на туалет нужно слухового прохода, если там уже что-то скопилось. А здесь наш организм склонен к самоочищению. И поэтому один из способов профилактики – это почаще жевать, жевательные движения совершать. У детей жвачки, может быть, не очень показаны, но пусть это будет морковка, яблоко, что-то твердое. При жевательных движениях нижняя стенка слухового прохода, она подвижная. И когда мы жуем, сама выталкивает, да? Сера сама выталкивается. Сахарный диабет, повышенный сахар. Полные люди имеют склонность к этому. Доказано уже неоднократно. Метаболический синдром. В наше время, когда мы принимаем продукты, которые содержат много лишних калорий, и это часто фастфуды, то склонность к этому мы имеем в большем проценте, чем раньше. Как определить?
разовый сахар, то есть единичное измерение, может показать, а может не показать. И часто вот это начинают, люди много лет измеряют свой сахар натощак и не знают, есть у них диабет или нет, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Один из самых простых и наиболее точных тестов – это проба с глюкозой. Человек сдает сахар натощак, а потом принимает определенное количество сахара, растворенного в стакане воды, и через 2 часа повторно сдает сахар. И по цифрам, как справился организм за эти 2 часа, уже четко есть установленные нормы. Или это норма, или это риск диабета, или преддиабет, либо это уже начало диабета. Если диагноз диабета все же установлен, для контроля его используется очень интересный способ. Это гликозилированный гемоглобин. Сложно произносится, есть укороченное название – гликированный гемоглобин. Это анализ крови, который показывает средний сахар за последние 3 месяца. Он показывает, есть ли контроль над диабетом, нужно ли изменять схему лечения, и помогает жить дольше. Возвращаемся к нашему носу, к его заложенности. Можно ли здесь говорить о какой-то профилактике? Конечно же, и это самое важное, самое главное и самое основное лечение. Это постоянно держать слизистую носа в увлажненном состоянии, соблюдать температурный режим в помещении, повторюсь, 18-21-22 градуса. Это соблюдать определенную влажность в помещении, 40-60% до 70%, если в комнате находятся дети. И... Морские поездки, наверное, да? О, это вообще речной прекрасно, отдых. Да. Отдых на улице, прогулки с детьми в обязательном порядке 3-4 часа должны быть. И нам, взрослым, стараться не находиться в загрязненных помещениях, не курить, не принимать большое количество алкоголя. А в сезон простуд. Есть такое очень распространенное утверждение, что нужно мазать нос оксалинкой. Что скажет Лор, нужно или нет? Или чем-то другим. Ничем мазать не нужно, категорически не использовать какие-то мази в полость носа, потому что наш нос внутри выслан эпителием, и этот эпителий содержит реснички, и они работать должны. И если мы все там смажем мазью, то эти реснички они не будут прилипнут. Работать, они прилипнут, и все, и наш нос как труба будет вдыхать все бактерии, вирусы, и они, естественно, будут поступать в организм. Когда приходишь с прогулки, нужно, стоит ли промывать вот нос солевым раствором, о котором да, вы рассказывали? Да, это нужно, это рекомендовано. Если это сезон простуд, если ребенок, взрослый или кто-то болеет, то 5-6-8 раз в день можно промывать нос и нужно. Если это обычное состояние, в отопительный сезон, 3-4 раза в день нужно промывать. Если вы пришли откуда-то, где было большое скопление людей, то, естественно, нужно прийти нос и промыть его солевым раствором, не антисептиками, просто солевым раствором. Антисептики для кого тогда? Антисептики, когда? Опять же, тоже для каких-то хирургических вмешательств, когда то нужно обработать. То есть мирамистин, хлоргексидин лучше не использовать? Не использовать. Мы заговорили за простуды, а что скажете насчет паровых ингаляций? Я имею в виду картофель, над чем еще дышит? Над содой, наверное, что еще? Не стоит использовать, потому что это может привести к осложнениям. Это выраженная температурная реакция, которая может привести к сильному отеку и бронхоспазму, ларингоспазму. У детей тем более это очень опасно. Ингаляции, которые мы используем, например, при помощи небулайзера, разные препараты, они больше предназначены для заболеваний нижних дыхательных путей, такие как бронхиальная астма, ХОБЛ, это бронхит хронический. В нашей лор-практике возможно использование при ларингоспазме, когда есть воспалительный процесс, и у детей однозначно, когда идет ложный круп, когда идет отек подслизистого пространства, и здесь просто необходима ингаляция. И вот в таких случаях как раз нам нужно иногда дать большое количество влажного воздуха. Мы с ребенком заходим там в ванну и включаем воду, чтобы снять этот спазм рефлекторно. Что ж, Елена Александровна, спасибо огромное и за время, и за очень подробную инструкцию, что вообще делать с заложенным носом. Спасибо вам большое, мне было очень приятно, и я надеюсь, что все мои рекомендации послужат на здоровье, на добро нашим пациентам. Сегодня мы говорили о заложенности носа без насморка, выясняли причины и разбирались, насколько быстро нужно бежать в таких случаях к врачу. Это была программа «На здоровье». Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы, смотрите наши эфиры.